Привет всем, кто сегодня заглянул в мой блог на обустроено.com. Если вас так же, как и меня, поглотила тильдомания, сегодняшний мастер-класс для вас. А создавать мы будем курочку тильду. Для этого нам потребуется хлопчатобумажная ткань в двух оттенках для тельца нашей курочки и для штанишек. Кружево хлопчатобумажное, атласная лента подходящего цвета, линейка, две палочки для суши или шпажки, иголки, ножницы, карандаш, нитки в тон, наполнитель, например, синтепон, небольшой кусочек алюминиевой или флористической проволоки и садовый шпагат. И начинаем с вырезания шаблона. Теперь берем ткань и отмеряем две полоски, равные верхней части нашей курочки. Для нижней части. Теперь скалываем два кусочка ткани. И сострачиваем верхней части, отступая от края 5 мм. Теперь швы наших заготовок разутюживаем. Разутюжили шов, теперь приметываем кружево. Помним, что в горошек у нас будет нижняя часть. Кружево наметано, теперь пристрачиваем его. Теперь наши заготовки укладываем лицом друг к другу и скрепляем иголками. Теперь закрепляем нашу курочку. И обводим карандашом.
Теперь сострачиваем нашу курочку, внизу оставляем место для наполнителя. Теперь обрезаем лишнюю ткань, оставляя 3-5 мм. Теперь по изгибам заготовки делаем насечки. Теперь находим центр нижней части и разрезаем. Теперь по разрезу делаем строчку, формируя ножки и штанишки. Теперь выворачиваем нашу курочку и набиваем наполнителем. Берем синтепон и наталкиваем нашу курочку. Собираем лапки нашей будущей курочки. Свободный край фиксируем на ножке. Вот такая ножка у нас должна получиться. Теперь оборачиваем ее шпагатом и начинаем оборачивать с верхней части, закрепляя клеем или клеевым пистолетом. Ножки наши куриные готовы. Теперь берем нашу курочку, подворачиваем заготовку и пришиваем вручную. Теперь вставляем ножку и укрепляем ее синтепоном. И затягиваем. Ножки курочки готовы. Теперь беремся за крылышки. Крылышки у нас будут цветом
штанишек. И теперь сострачиваем крылья. Теперь делаем небольшие надрезы и выворачиваем крыло. Через этот же разрез мы будем наполнять его синтепоном. На вывернутом крыле намечаем на строчке. И перед набивкой синтепоном прострачиваем. И теперь зашиваем прорезанную ранее ткань. Теперь по тайным швам пришиваем крылышки к курочке. Теперь собираем на нитку белое хлопчатобумажное кружево. И пришиваем к ножке. А теперь собираем бантик для декора нашей курочки. Теперь остается добавить глазки и румянец. Ну вот и все, наша курочка готова.